Тож ми продовжуємо програму Prime Analytica. З вами я, її ведучий Дмитро Василець. Цієї години зі мною у студії професор, медіаексперт Микита Василенко. Вітаю вас. Добрий день. Та доктор історичних наук, політолог Олександр Семченко. Вітаю вас. Вітаю. Росія повернула українські військові кораблі, які захопили у Керченській протоці рік тому. Буксир Яни Капу, а також малі броньовані катери Нікополь і Бердянськ передали у нейтральних водах. При цьому у Міністерстві закордонних справ Росії повідомили, що кораблі є речовими доказами, а Україні вони були передані на відповідальне зберігання. У свою чергу заступник міністра закордонних справ України Олена Зеркаль повідомила, що всі три кораблі після повернення направляються до Одеси. А в четвер у Гаазі пройдуть перші слухання арбітражного трибуналу у справі про порушення Росією імунітету трьох українських військових кораблів і членів їх екіпажів. Проте наказ міжнародного трибуналу не був і не є самоціллю. Наша мета – встановлення порушення права, відновлення його і отримання належної компенсації. Ми також збираємося пройти цей шлях і довести усьому світу і арбітражному трибуналу, що прохід 25 листопада 2018 року був мирним і законним, а дії Російської Федерації, в тому числі щодо кримінального переслідування наших моряків, є порушенням норм міжнародного права. Захисник України і українських моряків Микола Полозов вважає, що сьогодні Росія фактично виконала частину рішення Міжнародного трибуналу ООН з морського права, згідно з яким Москва повинна звільнити моряків і повернути Києву кораблі. Пане Олександре, як ви можете прокоментувати цю ситуацію і хто виграв від того, що все ж таки кораблі повернулися до України, з вашої точки зору? Ну, буває така ситуація. Бывает такая ситуация, когда выигрывают обе стороны. В принципе, здесь я не вижу особого выигрыша ни для Украины. Она, в общем-то, получила то, что должна была получить. Более того, она могла бы получить еще, ну, наверное, года полтора назад другие корабли, которые находятся под стеночкой в Севастополе, в других портах Крыма, которые Российская Федерация предлагала забрать украинской стороне. Ну и речь идет о тех кораблях, которые не успели вывести тогда в 2014 году. Что касается Российской Федерации, ну, она, можно сказать, выиграла, там, сэкономила некие деньги на то, чтобы содержать эти корабли в каком-то там состоянии, более-менее надлежащем состоянии. То есть немножечко сэкономила. Но, в принципе, рассматривая эту ситуацию, наверное, нужно возвращаться и к 25 ноября 2018 года, и к тому уголовному делу, к уголовному производству, которое зарегистрировано Государственным бюро расследований по Петру Порошенко, по его приказам, которые Петр Порошенко отдавал, либо не отдавал, как он действовал в этой ситуации с этими двумя катерами и буксиром, почему они там оказались, почему они вели себя так, как они вели, потому что по тем картам, которые были опубликованы еще год назад, ну, чуть меньше года назад, выходит, что корабли задерживали даже не в территориальных водах Крыма, которые могут быть спорными, а в территориальных водах уже туда ближе к Кубанскому берегу. То есть то, что являлось Российской Федерацией и по состоянию на 2014 год, то есть аннексия Крыма, не аннексия Крыма, это по-разному там оценивают. В Украине говорят, что Крым, действительно, Украинская Конституция говорит, что Крым – это Украина, россияне говорят, что Крым – это Россия, спорная территория. Но там были бесспорные территориальные воды, и похоже, что это было на провокацию. Есть масса вопросов, которые тогда возникли, на которые мы, граждане Украины, не получили ответа, и мы не получим этот ответ в международном трибунале, мы можем этот ответ получить в украинском суде. Ну, в частности, что делали на этих двух кораблях два сотрудника, на трех кораблях два сотрудника службы безопасности Украины, например. Почему вели себя вот так вот вызывающе? Почему не соблюдали регламент, который, я напоминаю, там же в сентябре 2018 года проходили украинские военные, ну, корабли, это громко сказано, судна, да, вот насчет... Да, ну, да, вот, катеры, да, так, вот как бы они же в сентябре проходили. Был есть же регламент, то есть это зона рискованного судоходства. Опять-таки, я тогда еще разговаривал с экспертами, которые в этом разбираются, с лоцманами. Они рассказывали, как проходят аналогичные узости, например, в Босфоре и Дарданеллах, как проходит аналогичный узость, ну, там нельзя сказать, что узость, по сравнению с Керченским проливом, это огромный фарватер, но тем не менее в Гибралтаре тоже проходят с лоцманом, ну, потому что есть определенная опасность, а тут еще дополнительный объект, который называется мост. Вот что там происходило, почему так себя вели эти люди, на этот вопрос должен на самом деле отвечать украинский суд, и, видимо, Петр Порошенко должен отвечать тоже в этом суде, причем, мне кажется, что в качестве обвиняемого. Ведь бенефициаром этого всего
он выступал главным выгодоприобретателем, потому что в результате этого инцидента он получил возможность ввести военное положение. Якщо буде точним, вони не дійшли до Керченської протоки, а на дорозі їх зустріли вже російські кораблі. Ну, говорять, що точно так же би вели себе, наприклад, турки на підході до Босфору Дарданелам, якщо б вдруг хтось рванув без очереди і без лоцмана, наприклад, через Босфор. Ну, мало ли, що там происходит. Точно так же повели себя англичане в Гибралтаре. То есть точно так же там американцы себя повели. Может быть, американцы бы утопили. Mm-hmm. И потом доказывали всем, что они были правы. И доказали бы, потому что ну, они у нас монополисты права на правду. Дякую. Пане Микита, а як ви вважаєте, хто більше виграв з цієї ситуації, Росія чи Україна? Ну, почну на російській мові. Я сьогодні не смотрел русські канали, щоб не видеть издевательских выражений россиян, которые, я не знаю, как они называли то, что они передали нам, это лодки, они предназначались изначально для пограничников устья Мудари, первоначальный заказ их, прототип этих так называемых кораблей. А буксиру, по-моему, за 50 лет, он ровесник Второй мировой войны, после Второй мировой войны. Поэтому стоило ли их тащить в такую даль для того, чтобы они сгорели в очередной раз, как у нас горит вся военная техника Порошенко на стапелях Ленинской кузни, так называемого завода, принадлежащему так называемому банкиру ТИИП. Я имею в виду, что формально передан. Теперь, вся эта грязная история была полностью расшифрована президентом Зеленским на митинге во время встречи с Порошенко, который обвинил его в прямой провокации в Керченском проливе. Когда он сказал, что я ваш приговор, помните, он говорил, что вы послали людей на смерть, только, ну, я перефразирую его слова, более драматизируя их, с тем, чтобы ввести военное положение. Каков поп, таков приход. Мы знаем, что осталось с того військового становища, что навіть генеральный прокурор поехал на планеру в Лондон відпочивати, ну, військовий стан якраз для відпочинку генерального прокурора. Шановні друзі, тому я вспоминаю белетристику, що, к сожалению, на этой земле ничего не будет выяснено до конца. Попри те, що Порошенко викликали сьогодні в прокуратуру, я вам даю 100 із 100, як говорила Света Крюкова, редактор Крюкова, да, редактор Вести, да. Я ставлю коньяк на то, что Порошенко до Нового года не арестует. Я ставлю ящик коньяка, что его не арестуют вообще. Ворон ворону око не выклюет. Юный президент усвоил эти уроки, во-первых. Во-вторых, слишком много людей не заинтересованы в разоблачении личности Порошенко. Слишком много людей, которые уже присутствуют у власти. Если сам Коломойский, склонен к радикальным поступкам, сказал, что Порошенко сажать не будем, в узком кругу приближенных то же самое сказало первое лицо государства, произнесло. Угу. Вот. То есть вы считаете, что симбиоз старой влади с новой, он же пройшов такую певную стадию, когда невыгодно просто говорить про то, что Порошенко посадят? Я не думаю, что влада в принципе изменилась, разумеете? Единственное, что, как сказал сэр Томас Элиот, так кончается мир не вскриком, но взвизгом. Так заканчивается Украина не взвизгом, но смехом. Розумієте, теперь на дурне питання, яке ставлять наші патріоти, які прогавили Україну. Чий Крим? Можна відповісти контроверсійним запитанням. А чия, власне, Україна? Я сьогодні вранці дізнався з подивом, що крім закону про землю, який у мене немає здоров'я дивитися, як він був прийнятий, було прийнято ряд законів, підзаконних актів, як вони називаються, про скасування статуту цінних земель. Що це значить? Це значить, що заповідники, раз, пам'ятні місця, ну там Шевченко який, знаєте, був такий поет на Україні, це все вже не скасоване поняття цінної землі. Якось воно називається в юрисдикції. Можливо, колега знає, я просто забув термін, як доктор філології. У мене ж, звісно, пам'ять, як у 18-літній дівчинки. Уже. Але річ в тому, що ціннісні місця, там, де стоять заповідники, там, де стоять музеї, там, де стоїть гідропарк, там, де стоїть все, це поняття вже скасовано, його можна продавати. Так що, уважаємо хохли,
точите лыжи, кто в Польшу, кто в Китай. Тут будуть працювати. Прийшов журналюшка від Старосят і об'явив, що говорить, а що тут плохого, якщо сюди прийдуть індійці, пакистанці, будуть тут робити, а що тут плохого? Mm-hmm. Розумієте? Тому я з радістю сьогодні на одному з каналів почув перше слово «враги народу». Не слуги, а враги народу. Мені це дуже щось нагадує і, відверто кажучи, чимось подобається. Дякую. І нашим глядачам нагадую, ви можете долучитись до розмови у прямому ефірі. Дзвінки безкоштовні. Пане Олександре, як ви вважаєте, ситуація довкола Керченської протоки, може, є якась аналогія, наприклад, до конфлікту Іспанії з Британією? В них там теж певні розбіжності є, і теж вони там досить агресивно реагують на дії з обох сторін. Адже ми розуміємо, що це дві країни, котрі в Євросоюзі, і навіть між ними є певні суперечки. Тобто Росія з Україною теж була в Радянському Союзі, і хоч зараз СНД вже розпалося, але дуже-дуже-дуже якось хочеться провести якісь паралелі і зрозуміти, чим відрізняються ці ситуації. Ні, на самом деле, я не стал би проводити паралелі в соотношенні Британії і Іспанії, тим більше, що ці отношення мають 300-літню вже історію, зв'язане це з війною за іспанське наслідство, і іспанці просто французи, точнее, вынуждены были пожертвовать частью испанской территории ради того, чтобы посадить французского внука на испанский престол. То есть это совершенно другая история. У нас своя история. У нас историю, которую нам навязали и которую нам изобрели. То есть, по сути, ведь мы один народ. Один народ. Ну, очень трудно, допустим, меня отделить там от какого-нибудь, даже Путина, да, то есть, потому что у меня часть предков там из России, часть предков из Украины, но это Южная Украина, это так называемая Новороссия, часть Новороссийской губернии, подчеркиваю, это историческое название еще 18 века, Новороссийская губерния, их крестьянами завезли откуда-то из Центральной России осваивать эту территорию после того, как русские штыки освободили Новороссию от татар. Опять-таки напоминаю, что страстно любимые нашей властью татары 300 лет самозабвенно резали украинское, польское, русское, литовское, молдавское население и по оценкам историков от 3 до 6 миллионов человек они продали в рабство. То есть генофонд там Персии, Египта и так далее, он щедро разбавлен славянской кровью как раз благодаря вот этим вот татарам. И вот эту землю освободили, мои предки приехали осваивать. Кто я? Кто я? Ну, конечно, Ирина Фарион вам расскажет, что я там запроданец москальский. Но, извините, я, может, и запроданец москальский, как она говорит, призвище на Энко, точно так, как и Шевченко, тоже он на Энко. Но мои предки эту землю отстраивали, осваивали, развивали ее. Кто я? И точно так же, как бы в той же России. Мы один народ. И нам вбросили это, что мы разный народ. Нас начинают ссорить друг с другом на ровном месте. В общем-то, часто сейчас приводят цитаты разных нехороших деятелей, там деятелей того же Третьего Рейха, которые говорили о том, что уничтожить Россию можно, например, внушив там украинцам, что они не русские. Вот примерно то же самое у нас происходит. У нас своя собственная история, у нас своя собственная страна, и, к сожалению, сейчас мы упираемся в очень плохой финал, который хотелось бы избежать. Ну а избежать можно лишь осознав себя теми, кем мы есть на самом деле. А мы часть великого народа, который людей в космос запускал первым, который строил огромные заводы, гидроэлектростанции, которые в конце концов, когда американцы бомбили японцев атомом, придумал, как этот атом сделать мирным и поставить на пользу на службу человечеству. А як з вашої точки зору, який сенс в тому, що, наприклад, навіть серед українців, серед сучасного, якщо ми беремо сучасні кордони України, які прописані в ООН, навіть серед українців вони, у нас конкретно політика, вони ділять на своїх та чужих, на патріотів та непатріотів, на російськомовних та україномовних. Тобто, яким чином це, який сенс у цьому? Тобто, ми бачимо зараз, що в Польщі, у Україні, в прибалтійських країнах працюють такі так звані інститути національної пам'яті. Яка в них ціль? І щоб, я думаю, що глядачам було дуже цікаво зрозуміти, все ж таки, навіщо це все? Смотрите, Дмитрий, много раз русский народ пытались взять в лоб. Приходили с мечом и уходили, уносили, точнее, с мечом воткнутым в одно место.
Сейчас пошли другим путем. То есть, по сути, часть украинского народа, русского народа стравливают с другой частью русского народа, заставляя друг друга убивать, разделяя и властвуя. У нас вот сейчас даже в сиюминутной жизни есть масса проблем, да, которые вот сейчас вот нам мешают с вами жить. Ну, например, помимо той же земли, которую уже коллега называл, есть еще проблемы, которые вот нам создают, да, те же самые тарифы. То есть тогда же, когда принимали решение о земле, убрали регуляторы по регуляторы максимальный тариф, который могут быть по жилищно-коммунальным услугам. То есть они теперь могут расти до бесконечности. Это называется рыночный механизм. Тогда есть другие проблемы. Но вместо этого украинский народ обсуждает, что а вот хто там російською мовою говорить, а хто українською мовою говорить, а той може вивчити українську мову, а той не може вивчити українську. А чому б ні? Можемо судити, як москалі вкрали наше сало, да? Як москалі вкрали нашу українську історію, або там можемо обсудити, як москалі вкрали Крим. Це ж гораздо інтересніше, правильно? І кожному українцю, який заглядує в свій холодильник і бачить там, ну, нечто непотрібне, і якщо дати коту, кот це кушати не буде, ну, по крайней мере, з першої попытки, якщо сильно не проголодає. То есть вместо того, чтобы вот заниматься своими проблемами, вместо того, чтобы предъявлять претензии тем, кто эти проблемы создал, тем, кто облечен нами властными полномочиями для того, чтобы этих проблем не было, если не возникают, решать эти проблемы максимально скоро, вместо этого мы просто друг с другом грыземся, ссоримся. И вот в воскресенье был на митинге по земле, и вот там определенный, знаете, наметился симбиоз. Митинг-то был не очень многочисленный, но там с одной стороны были люди, которые кричали «Слава Украине! Героям!» слава, а с другой стороны, были люди, которые говорят по-русски, но и те, и другие понимают, к чему ведет вот эта продажа земли. И, возможно, наметился, ну, знаете, какой-то вот, ну, наметилась какая-то тенденция к тому, что у людей начинает включаться мозг. И они начинают понимать, что нас просто искусственно разделяют. Нам вбрасывают какие-то тезисы, на основании которых мы будем рвать глотку друг другу, вместо того, чтобы рвать глотку тем негодяям, которые нас грабят и убивают. Дякую і йдемо далі. Президент Франції Еммануель Макрон і президент Росії Володимир Путін обговорили у телефонній розмові підготовку до зустрічі у нормандському форматі. Французький лідер вважає, що проведення такого саміту має реально сприяти швидкій і повній реалізації Мінських угод. Про це повідомляють російські ЗМІ. Путін під час бесіди проінформував Макрона про те, що Росія передала Україні 3 військових кораблі, які були затримані у Керченській протоці у листопаді минулого року. Нагадую, зустріч лідерів Франції, Німеччини, Росії та України запланована на 9 грудня і пройде у Парижі. Пане Микита, як ви вважаєте, все ж таки ця зустріч є певним таким маркером, що мир на Донбасі вже поряд, чи основні питання щодо миру вирішувати будуть, коли встане питання, а яким чином проводити вибори на непідконтрольних територіях? Я не можу не відповісти Олександру, колега. Ну, в Совєтському Союзі ви ж попіл на рани, я ж лівий професор, було поняття «ми совєтський народ». От це був дійсно совєтський народ. Он выкристаллизовался как народ. Это уникальный элемент, я считаю, эксперимент мировой истории. Карамурза писал об этом, помните? Вот. Но ему не дали осуществиться этим экспериментом. О том, что русские и украинцы один народ, но извините, Фарион, на вас нету, но я совершенно спокойно, да, скажу, как автор исторических романов, и в частности, 4-е столетие. В 4-м столетии здесь был город, он назывался Самбатас. Мало кто знает, что это был Самбатас. Правда, на горе был град Кия. Кия – это длинный шест, которым пользовались перевозчики через него. Самбат, да, хазарский город. Вы это бросьте, потому что и хазар еще не было, сарматы были тут. Вот. Так дело в том, что российские филологи украинских не знали, и русские тоже не знали. Но сделали вид, что знают, дали мне 8 вариантов названия. Поэтому я говорю, вы это бросьте, филологи не разобрали, что это за город. Так вот, в 8 столетии, как вы знаете, здесь были племена древлян, полян, дальше было Готское королевство готов, сарматы, и не украинцев укров, и не россиян уросов, тут и близко не было. Это их придумал Валентин Иванов в 6 столетии. Потом историю развития цивилизации украинской и русской я не буду вам рассказывать, если вы считаете так. Но вы слышите, как повернемся, да, до реальных повернемся историй. До нормандского передачи, формата. Так. Я думаю, что прежде всего... Уважаемые друзья, ну как вы вообще полагаете? Да, кстати, мы не разговариваем на русском языке. То, что мы с вами говорим, это не русский язык.
Это космополитическая, але все ж таки да. До мінського формату. Да, я заканчиваю, все. Характерным признаком любого языка является диалект. В Украине нет диалекта русского языка. Как бы нет, как большую реку подпитывают малые притоки, так и язык. Мы говорим телевизионным языком. Все, закінчили цю розмову. Мінський формандський формат. Шановні друзі, і ви, і я, і глядачі прекрасно розумієте, що ніякого мінського, ніякого нормандського формату не буде. Чому? Тому що насамперед населення тої частини Донбасу, Донецьку, воно Донбаської, Луганської області на Україну не збирається. Я як подивився їх платіжки, в 7 разів менше за наші поки що. А Саша говорив, що значить вони підняли це планку. Тобто я підтверджую, шановні пенсіонери, у нас 11,5 мільйонів в Україні. Так от нам обіцяють підняти десь в січні, в лютому ще на 50% як мінімум. Це не офіційні свідчення, я думаю, що буде більше. Подихайте, як хочете, тому що ви тут не треба. Тому, який нормальний чоловік з тих областей, хай він вважає себе українцем, росіянином, євреєм, поїде жити в країну, яка перша в Європі по туберкульозу і СНІДу, і можна підхватити в Києві в метро дифтерію чи щось таке. Розумієте, і в 7 разів вищі платіжки. Тобто вижити практично неможливо. Це попри те, що вони всі зазобовані російською пропагандою. Хто дивить російські канали, хай Господь милує, Скабєєва у них, значить, суперстар. Ну, по-перше. По-друге, ну не будете з хама пана. Уважаємо, друзі, ну не договоряться вони по одній простій причині. Повний непрофесіоналізм. И полная работа на иностранное государство с нашей стороны не позволяют говорить о каком-то чувстве патриотизма. Украинском, русском, интернациональном и прочее, прочее. Украина дробится, как сказала на последней встрече по одному из каналов, который я не буду называть, у него и так хватает неприятностей, Надія Савченко, йдеться про конфлікти, громадянську війну и потім розпад на феодальне княжество в Україні, розумієте? Ну, це ж всім зрозуміло. Це дякую. Пане Олександре, як погоджуєтеся з паном Микитою цього приводу? Ми можемо поспорити по історичним аспектам. Но так, але це інша програма. Да, но это, кстати говоря, видало, что было бы интересно с паном Микитою обсудить. Вот. А что касается нормандского формата, вы знаете, по-моему, Пушилин говорил о том, что мы, конечно, не хотим в Украину, но мы хотим мира и готовы на такие компромиссы. То есть там действительно платежки очень сильно отличаются от того, что, да, смотря по каким... Я по газу услугам, да, по газу 70 копеек, да, у нас сейчас 6,50. Ну, то треба переконати місцеве населення, що придется за комунальні послуги платити в 7 раз більше, якщо я предлагаю нам принять донецьке гражданство. Какое-то у меня есть квартира в Донецке. Ну, це, я думаю, дуже цікаве питання і для наших глядачів. Поэтому я как бы знаю, сколько там надо платить. Вот, то есть там, конечно, есть различия, да, там определенные, но есть и определенные неудобства, которые ну, для жителей Донбасса и для предприятий Донбасса, для инфраструктуры Донбасса обусловлены как раз вот этой странной ситуацией зависшей, то есть ни войны, ни мира, либо войной. То есть Донбасс, надо понимать, как Донбасс вообще организовывался, да, то есть Донбасс это не... Некое натуральное хозяйство, которое ориентировано на удовлетворение своих собственных потребностей. Донбасс, он строился как некое еще всероссийская кочегарка во времена Александра II, Александра III в 19 веке. Центр важкой промысловости. Центр, да, тяжелой промышленности, который был ориентирован на удовлетворение российских потребностей. Ну, там было широкое железнодорожное строительство, тогда нужен был металл. Плюс в советское время там было развито очень серьезное машиностроение, добыча угля, который опять-таки весь там не вырабатывается, переработка кокса, который весь там не осваивается. То есть Донбасс, он ориентирован вовне, первое. Второе, Донбассу необходимо сырье, которого в Донбассе нет. То есть в Донбассе есть свой уголь, но в Донбассе нет руды. Донбассу нужна руда для того, чтобы на металлургических предприятиях Донбасса, в том числе и той части, которая не подконтрольна Киеву, это Енатинский металлургический завод, это Донецкий металлургический, это Донецкий электрометаллургический завод, да, то есть коксохимы, там, Макеевский, Ясиновский, Донецкий коксохимы. А чтобы они работали, то есть им необходимо, там в Луганске предприятия серьезные очень, чтобы они работали, им нужен рынок сбыта,
свободный рынок сбыта, им нужен приток сырья. Поэтому экономически... А основной все ж таки рынок для Донбасса – это Российская Федерация? Основной рынок для Донбасса, вот как показывал уже во времена независимой Украины, основной рынок для Донбасса – это за рубеж. Да? Но донбасская продукция либо проходит через Россию и уходит за рубеж, как русская продукция, но значительную часть добавленной стоимости жителей Донбасса теряют на этом. Либо она вообще никуда не уходит, и предприятия останавливаются. Как тот же, например, Донецкий электрометаллургический завод. Очень модерновое предприятие, которое не работает, потому что нет. Есть проблемы с сырьем, и есть проблемы со сбытом готовой продукции. При том, что там акционеры россияне, но даже они не смогли решить эту проблему. Украине дуже выгодно, щоб вони були на підконтрольній території. Україні було б вигодно, вообще, в принципі, інтеграція Донбасу. Україні було б вигодно. Ну давайте ж в этой студии хоть честно говорить. Какой Украине выгодно? Украина не может освоить Киев, навести порядок в Киеве. Говорят, в Донецке больше порядка, чем в Киеве. Ну, так... За какие бабки собираются оставить Донбасс? Две, как сказал, эти собачьи будки покрасить. Помните, перефразирую. Пан Макет, у меня тут есть определенные взгляды на то, каким образом это. То есть мне кажется, что для восстановления Донбасса с точки зрения Украины. То есть, во-первых, Донбассу нужно дать работать самостоятельно. Это дать Донбассу сырье, дать возможность нормально сбывать свою продукцию. Вы мне говорите? Мы с вами же дискутируем здесь. Я понимаю. Вы мне говорите? Вы хотите предложить это мне? Я послушаю вас. Если вы хотите предложить это нынешней власти... Вы говорите просто, что это невозможно. Я говорю, что Украине не нужно. Я просто говорю, что это невозможно при нынешней власти. Ну, при нынешней власти, которая, в принципе, не понимает, как можно зарабатывать на созидании, а зарабатывает исключительно на войне и на разрушении. Да, точно так, как и прошлая власть. Но если исходя из объективных интересов Украины и украинского народа, то это выгодно. И исходя из объективных интересов жителей Донбасса, которые живут на территории неподконтрольной Киева, это тоже выгодно. Но власть, она не представляет себе, что можно зарабатывать строя, созидая, развивая. Саша, я вам такой анекдот расскажу. Зараз таке питання, пане Микита. А як зрозуміти, коли нам українські політики говорять, що Донбас треба, якщо він повернеться до України, інвестувати там десятки мільярдів доларів, і тільки так можна зробити якийсь плюс в економіку. Але ми тут розуміємо, що все трохи інакше. Видається за реальний цей, але я розказую це як анекдот. Одному із вищих представників нашої влади представляють кандидата на высокую должность. Ему кандидату говорят, только не упоминай название крупных фирм, которые ты там работал. Бариста, перебариста, туда-сюда. Потому что тот, кто тебя будет слушать, кроме Кока-Колы, ни хрена не знает. Вы хотите, чтобы они Донбасс восстанавливали? Вы что, серьезно? Вы вспомните образование наших министров. Саша, да я согласен. Я согласен, что тогда войдите. Вот вчера буквально смотрел интервью этого дебила. Так. Да. И он в этом интервью себя в очередной раз показал. Все ж таки, если мы повернемся до реальных ситуаций, дуже важливо, щоб і нашим телеглядачам було, я думаю, дуже цікаво було б розібратися. Тобто Донбас в Україну, якщо інтегрується, то це буде суттєве зростання економічне чи падіння економічне. Тут важливе питання, тому що зараз, щоб не маніпулювали цього приводу. На мій взгляд, це буде серйозний рост економічний України, причому настоящий економічний рост. Тому що до цього нам Гройсман розказував о рості ВВП за счет росту енергетичної составляющей буквально везде. Тобто везде підняв ціну на газ, и примерно пропорционально вырос объем ВВП в цену, ну, в стоимостном исчислении, и он показал, что, смотрите, у нас вырос ВВП. Хотя на самом деле никакого роста не было, просто выросли цены. Теперь эти говорят, что у нас вырастет ВВП, когда мы откроем рынок земли, но опять-таки это же ничего не произведется нового. То Донбасс, вот интеграция Донбасса в Украину даст нормальный рост ВВП. Но даже без этого, при нормальном управлении экономикой, при нормальном государственном вложении денег в экономику, в инфраструктуру Украины, в промышленность Украины, можно добиться нормального роста ВВП. Посмотрите, что они вписали в эту программу имени Гончарука, которая там мы на 40% вырастем. Вырастите вы на 40%, вы даже 2013 года уровня не достигнете. Что они туда вписали? Они вписали вообще непонятно что, какие-то регуляторы. Там нет
нету, вот знаете, конечно, смешно смотрелись отчеты там генерального секретаря ЦК КПСС на каком-нибудь очередном съезде о миллионах тонн выплавили сколько чугуна, там сколько вырастили пшеницы, сколько произвели комбайнов. Но это и есть задача государства. По моему мнению, государство, и эта история свидетельствует, в том числе нашей страны, является самым эффективным собственником. Причем не только в сельском хозяйстве, но и в первую очередь в промышленности, когда за счет государственной собственности, за счет интеграции, концентрации собственности и средств производства в руках государства достигались просто невероятные цифры, причем невероятные не только для нас. 40% годового роста промышленного производства, не ВВП какого-то абстрактного, куда включены, у нас же ВВП примерно только треть реального сектора, а две трети это финансовые спекуляции. Купи-продай, опа, ВВП уже это самое, вот купили-продали квартиру, допустим, ничего не произвели, но это тоже попало в ВВП. Угу. Там еще раз продали, если три раза продали квартиру, она три раза попала сейчас в ВВП. Вот реально так она выглядит ситуация. Если нормально вкладывать, то не нужны даже иностранные деньги. Очень многие проблемы в Украине, экономические, инфраструктурные проблемы, можно решать за счет станка, за счет печатного станка. Причем это не вызовет инфляцию. Потому что деньги уже давно не обеспечиваются во всех странах, не обеспечиваются ну, там, золотом, условно говоря, бриллиантами или золотовалютными резервами. Они обеспечиваются, называется так называемое кредитное обеспечение, когда деньги текущие, там, эмиссионные деньги обеспечиваются неким национальным богатством, которое будет создано чуть позже. Но мы создаем, допустим, государственный проект жилья, доступного жилья для каждого и бесплатно. Да, это подорвет рынок, спекулятивный рынок недвижимости в Украине, но зато это создаст массу рабочих мест на домостроительных комбинатах, на кирпичных заводах, на цементных заводах, на машиностроительных заводах и так далее. Ну, это, знаете, вот если по-нормальному подходить глобально, пан Микита щось хватається за голову. Ні, дякую, я просто загрустів. Да. З вашої точки зору, все ж таки, повернемося до нормандського формату. Тобто зараз буде от зустріч, анонсована Макроном і підтверджена зі сторони Росії. Все ж таки, а які там питання будуть вирішені і все ж таки, що чекати від цієї зустрічі? З вашої точки зору. Ну, я думаю, що чекати для України тільки погіршення міжнародної ситуації, ставлення до України з точки зору всілякої міжнародної. Шановні друзі, ну, що далі говорити? Коли Трамп, відверто кажучи, кинув Україну і сказав, ідіть розбирайтеся з Путіним. Це ж на наших очах всі це бачили. Ну, але це заява Трампа і да. його особиста точка зору. А Путін. Що конкретно вирішиться 9 числа? Таким чином, це те, що ми бачили, ставлення до України з точки зору Америки. Ми знаємо, скільки витрачає Франція і Німеччина на санкціях. Страшні суми. І тому вони будуть будь-що втюхати нам під будь-яким виглядом ці області. Але ці області, Олександр правильно каже, в них треба вкладати, їх треба реструктурувати, їх треба, коли була в Британії ця історія з вугільними шахтами, значить, одним заплатили, інші виїхали, треті спилися. Але там щось зробили. Там зробили, здається, центри комп'ютерні, щось таке. Ну, пригадуйте. Ну, там, щоб люди страйки працювали. Були там на цій території, аналог нашого Донецького регіону. Але там щось робили. У нас же нічого робити не буду. Царесята налаштовані продати, землю без стратегічного підприємства. Потім вони поїдуть звідси. Поэтому Милованов та вреда, я дебіл. Ха-ха, я траву курил. А що, з мене взятки гладкі, я шут. Угу. Дякую. Поэтому ні о какому, вот я поэтому за голову взялся, понимаете, как произведение Стругацких. Этому народу нужна демократия. А собеседник произведения Стругацких, фантастический, попытка к бегству, по-моему, говорит, народу нужна хорошая оккупационная власть. Поэтому не треба нас дурити, вони нічого вкладати не будуть, і навіть ті дві табуретки чи скамейки вони ніколи не пофарбують. Дякую. Про підприємство говорити. Дякую, йдемо далі. Роль Франції та Німеччини в нормандському форматі – збалансувати переговори, а не грати на боці України проти Росії. Про це сказав в інтерв'ю виданню РБК України міністр закордонних справ Вадим Пристайко. За його словами, він розуміє очікування українського суспільства, якому хотілося б чути, що, цитую, «разом з нами грають наші партнери, і ми стоїмо в трьох проти одного». Кінець цитати. Але реальність, каже Пристайко, більш складна. Мова йде про переговори чотирьох країн і
Кожен розраховує, що він робить внесок у загальне вирішення проблеми. І не слід вважати зрадою відмінність позицій Німеччини та Франції від української, зазначив міністр. Коли ми говоримо про 3-1, ми видаємо бажане за дійсне. За весь цей час ми не чули від німців і французів, що вони грають у нашій команді проти Росії. Це неможливо, тому що Росія з самого початку скаже: «Ми в 4 зібралися за столом, а ви нам кажете, що насправді тут 3-1». Це неефективний шлях ведення переговорів, і офіційні сторони ніколи таке не підтверджували. Пане Олександре, як ви вважаєте, такі заяви міністра закордонних справ, як можуть вплинути на реальну ситуацію в Україні? Будуть казати, що це зрада, що так не може бути, що це дефолт української дипломатії при Зеленському, що при Порошенку начебто такого не було. Ну, як це зрозуміти? Ну, собственно, так примерно і коментують. Ні, мені представляє, на самом деле удивляє, тому що чоловік працював заместителем у Клімкіна. Известного он не назвался дебилом, но многие вот таким считают до сих пор. Ну, будем все-таки... Да, но я не называю, я говорю, что многие его считают таковым до сих пор. Да. И я думал, что, честно говоря, человек, который столько лет проработал рядом с Клинтоном, будет примерно таким же. Пристайка время от времени высказывает здравые мысли. Ну, действительно, с какого перепугу французы или немцы должны защищать интересы Украины? Они могут защищать либо интересы собственные, либо интересы своих старших партнеров, если старшие партнеры очень больно изнасилуют и заставят это сделать. Но, видимо, пока старшие партнеры заняты своими собственными проблемами, у них выборы на носу, им не до Франции, не до Германии, поэтому они стоят на своих собственных интересах. Да? То есть у Макрона выборы еще не скоро, у Меркель будут выборы, ну, у ее партии будут перевыборы, она сама уходит, но выборы... То есть им нужно какой-то позитивный багаж в любом случае для себя собирать. Алант уже влез в эту... предыдущий президент Франции влез в эту проблему и ничего не добился. В конечном итоге даже на выборах не баллотируется. То есть у Макрона и у Меркель простая задача – добиться какого-то позитивного результата для себя, продемонстрировать своим избирателям, что мы эффективны еще и здесь, либо эту проблему так глубоко закопать, чтобы они вообще ни в Германии, ни во Франции никто не вспомнил, чтобы политические оппоненты с минимальной долей вероятности предъявили им это как пример их политического поражения. Поэтому они будут заниматься своими вопросами. В принципе, Украине не трудно договориться, даже не с Россией, а с теми людьми, которые находятся по ту сторону линии разграничения. Ведь уже договорились. Вот почему не трудно? Потому что уже договорились. Потому что есть соглашение. И конечный пункт этих соглашений – Донбасс – это Украина. То есть на каких-то условиях там дополнительные, но Донбасс – это Украина. Восстанавливается, по крайней мере, по Донбассу территориальная целостность, и все. Я вообще не понимаю, зачем там встречаться. Что Зеленский может сказать вот оставшимся людям, там, Меркель, Макрону и Путину, которые скажут, а почему вы не выполняете? Почему вас там стреляют? Ну, в конце концов, отчеты ОБСЕ, к ним же доступ имеют не только вы, я там или Зеленский. Тот же Макрон или Меркель тоже могут сделать выборочку. И согласно отчетам ОБСЕ, нарушение, допустим, тишины, 2/3 случаев это со стороны ВСУ. Ну, что с этим делать? Это ОБСЕ. А это данные ОБСЕ? Это ОБСЕ, да, СММ там мониторит, как бы, и потом время от времени подводит итоги. И вот, согласно там итогам, как иногда 2/3 бывает, иногда там 55%, иногда 50/50. Ну, вот как бы, то есть, но претензии в любом случае нужно высказывать и той, и другой стороне. Давайте прекращать огонь. Дальше, что у нас там по пунктам разведения, прекращения огонь, обмен всех на всех, да? А в чем проблема обменять всех на всех? Ну, вы знаете, как... в чем неуфильность? Я не понимаю, в чем проблема. То есть это технические вопросы, это явно не вопросы уровня главы государства, ну или главы правительства, если говорить о Германии. То есть это технические вопросы, все уже договорились, еще при Порошенко в 2015 году. И если бы эти Минские соглашения, по ним прошли бы вот так, как должны были пройти по соглашению, то был бы уже мир. К концу 2015 года так точно был мир. В чем проблема проведения выборов? Ах, у нас там люди... Украинские средства массовой информации не смотрели? Так извините, у нас украинские средства массовой информации – это та же пропаганда. Дебильная, галимая пропаганда. Когда-то на одном из телеканалов, после прочтения сводки с фронта, я спросил у ведущей, а почему вы не читаете сводку с той стороны?
Она мне ничего не ответила. Ну, должна тому, быть какая-то объективность. Все ж таки украинский телеканал будет высветливать эту сторону, это конкретно криминальная статья кодексу. Почему? Почему? Так, ну... юридическая коллизия с этого привода, и немає ни войны, ни террористических организаций, но все одно так, люди сидят в тюрьмах. Я понимаю, человек пострадавший, два с четвертью года отсидевший в тюрьме, да, вы уже как практик, да? Вы практик, но... Почему врете? Почему вот иногда, ну, недавно сталкивался с ситуацией, от таких ситуаций масса, когда смерть бойца в результате несчастного случая выдают за смерть в результате обстрела. Ну вот, причем у меня возник вопрос... Такая история, на жаль, не одна. Да, у меня возник вопрос конкретно по этому бойцу, у нас гвардия, гаубичный дивизион. У меня вопрос, а что там гаубичный дивизион делал-то на линии разграничения? Ну и дальше начал ковыряться, оказывается, он просто тупо воровал кабель электрический. Воровал кабель электрический, его долбануло... Ну это не боевые потери. Да, но... Но родственникам сказали, что его убили российские. Ну а что вы хотели, чтобы ему сказали родственникам, что он воровал? Информация и кто конкретно там? Ну смотрите, ситуация это была где-то месяц назад, сейчас фамилию уже не вспомню, старшина нацгвардии, гаубичный дивизион. Я ролик по этому поводу делал у себя на канале. Значит, смотрю сводку генерального штаба. Потерь нет. Ну то есть ни раненых, ни убитых, нет никого. Потом разгоняется фейсбучная публикация Нацгвардии, она разгоняется по СМИ, что погиб от рук российских террористических наемников. А, то есть на ресурсах Нацгвардии были все ж таки? А генштаб не выдавал. А, тоді зрозуміло. Ну, просто я думаю, что сейчас дуже мало часу в эфире, чтобы встигнути по всем темам говорить. Пане Микита, как вы вважаєте, все ж таки такі заяви Пристайка, вони про що кажуть? Що політика стала більш відкрита і зі сторони Зеленського більше кажуть людям правди, щоб в них не було якихось неправильних очікувань? Пристайко прорвався і сказав правду, що ви чекаєте, що Франція і Англія будуть танцювати на вашому боці. Точністю до навпаки. Франція і Англія, Німеччина зробить все можливе, аби закрити це питання раз і назавжди, розумієте? Ми ж знаємо, що санкції не вигідні не тільки Росії, а насамперед, а в певну міру і Франції, і Англії. Я що читав, там Росія втратила в течение санкцій 20 мільярдів, а ці вдвоє 16 в місті. То есть они тоже теряют. Mm-hmm. Теперь, самое главное, ну вы питаете, что будет? Да ничего не будет. Ну что бы вы ни говорили, как бы вы ни пропонували, да ничего не будет. Никто никого не будет разводить. Россия пока не переконается, что не прийдет послухняна влада с точки зрения Путина в Украине, не полишит Донбасс. Розумієте? А Україна не зможе його фізично прийняти не тому, що хоче, не хоче. А навіщо тоді зустрічі у Парижі в нормандському форматі? Новому президенту, новій команді треба показати ефективність їх усилій. Ну, это все всегда по-человечески понятно. Провести пресс-конференцию, прислуху с журналистами, с каждым, это бутерброд съесть, этот гамбургер съесть. Это чисто субъективные факторы, понимаете, тут нет продуманной политики, во-первых. Во-вторых, про новини, я, как все-таки, доктор филологии. Шановні друзі, ну, если мы начнем туда, ведем каналы, начнем показывать наши новини, то уж точно они захотят куда угодно, даже Папуа Новой Гвинеи, но не в Украину. С чего начинается сегодня новины? В кабаке подрезал в ночном один другого. Ударилась машина в машину, трамвай в машину, а забастовали шахтеры где-то в Сингапуре. Кстати. И все. Понимаете, россияне можно и критиковать, не критиковать, но начинается с того, что Путин садит тех, кто воровался на космодроме, русские ракеты атакуют в Сирии, не принимайте их информацию. Но начинается с победных реляций. У нас начинается с кабаков, понимаете? У нас просто ничего нема. Сгадайте хоть раз, чтобы у нас новини починали с того, что открылось. Я не кажу трамвайна лінія, я кажу трамвайна зупинка. Люди добрі. И он туалет открывал Кличко. А, туалет Кличко открывал. И вот это мы собираемся показывать на новом канале на Донбассе. Я говорил Сереже Сивуху. Он говорит, да, я был присутствующий при этом. Это неправильное там сведение о том, что половина считают себя частью Украины, но в Украину не спешат. У меня 10 человек моих знакомых, и у меня 10 знакомых хотят в Украину, гуманитарии. Они говорят, мы живем тут как резервации, все русскоязычные, и половина из них евреи, кстати.
Мы хотим в Украину. Научные, литературные работники. Мы хотим Украину, а нам тесно в России, душно в России. Но это мои знакомые, это Севоха знакомые, понимаешь? Основная масса куда? Приехали в Украину, здравствуйте. У вас 1 жовтня буде все українською мовою. Школа, правильно ж? Юрисдикція України. Здравствуйте, на 10 разів підвищення за газ зразу, а в січні ще на 20 разів. Тому що всій Україні є живі по наших законах. Та що ні? Люди добрі. Тут треба починати не з Донбасу, а з Києва. А наши законы не исполняются. По поводу того, что вы подрезали, очень хорошо вспомнили, только подрезали не в кабаке, а на секундочку в зале игровых автоматов. Да. А у нас вроде как игровой бизнес запрещен, но вообще-то ни в одном выпуске новостей по этой новости, оно действительно прошло, да, и все прошло. Нигде не упомянули о том, что запрещено, а какие меры приняты по отношению к содержателям, к сотрудникам этого притона. И вообще, чем занимается министр внутренних дел, ну помимо того, что крышует эти залы игровых автоматов? Не, ну министр не крышует, я кого уважаю, он провел эти выборы. Дякую. Если Порошенко пришел, бы вы сейчас имели войну с Россией. Что из Так-так, і йдемо далі. Продовжуємо обговорення події, пов'язані з майбутньою нормандською зустрічю та інтерв'ю міністра Пристайка виданню РБК «Україна». У ньому очільник МЗС також сказав, що хотів би, аби Центральна виборча комісія обговорила і дала рекомендації, як провести законні вибори на території тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей. Давайте послухаємо цитату. Чим довше ми будемо обговорювати в теорії, а не шукати шляхи, як порахувати людей, які там залишилися, або як забезпечити голосування переміщених осіб і інші питання, тим довше виборів не буде. Якщо з цього не починати, то очевидно, що ця історія не відбудеться і вибори будуть відкладені. Нагадую нашим глядачам, ви можете долучитись до розмови у прямому ефірі, дзвінки безкоштовні. Телефонуйте 0800 21 26 20. Пане Олександре, як до цієї заяви Пристайка ставитися? І все ж таки, я думаю, що ключове питання – це реально проведення по українським законам виборів на тій території. І чому, наприклад, чи досі це питання не вирішено ЦВК, чи не пропрацьовано? Як ви вважаєте? Ну, Центральная избирательная комиссия будет прорабатывать этот вопрос, когда будет постановление Верховной Рады о том, что они там выборы объявят. То есть первое, сейчас мяч на поле Верховной Рады. Но опять-таки Пристайка правильно сказал. Если вы чем-то не занимаетесь, если вы что-то не сделаете, то этого не будет сделано. Ну вот у меня стакан Даус пустой, если в него никто не нальет воды, то он дальше будет пустым. Я ни на что не намекаю, можно не наливать. Но Пристайка сказал, если там не начать заниматься выборами, то выборов не будет, абсолютно правильно сказал. Он, можно сказать, конечно, что он здесь капитан очевидность, но даже эта очевидность может кем-то трактоваться как зрада, и мы понимаем, кем. А, шановні друзі, давайте не забувайте, я доповню вашу репліку коротку. Давайте не забувайте, що у нас був вкинутий пасаж такий, я не знаю, це не меседж, це такий ігрівий пасаж, що 5 мільйонів мешканців, які проживають на тимчасово окупованій, я почав сміятись. Території проголосують за слуг народу. Я вже виражаюсь, як некоторі з еліти нашої. То я закрив цей. Розумієте, за слуг народу вони не проголосують. Вони проголосують за ОПО-блок. Це ще одна причина того, що наше керівництво нинішнє не піде ні на вибори, ні на приєднання. Не хвилюйте. Ну, а все ж таки, якщо ми подивимося на проблему більш масштабно, то ми розуміємо, що там, наприклад, зараз наразі працюють суди, працюють адміністративні органи, поліція працює, там працюють громадяни України. І якщо цей процес ще на 5 років затягнути, там вони усіх буде на 100% російське громадянство. І подвійне, ти розумієш, що українське та російське. І куди ці всі люди подінуться? Тобто, яка позиція цього приводу України, як ви вважаєте? І, можливо, доцільно було пану Зеленському перед тим, як їхати на мінські, на нормандському формату до Парижі, все ж таки прояснити цю ситуацію. Тому що, якщо цією позицією не зрозуміти зараз, то яким чином тоді будуть люди там, на місцях, реагувати на мирні якісь процеси? Можливо, вони будуть просто саботувати вибори, наприклад. І це, можливо, цілком очевидно. Там 40 тисяч озброєних осіб.
Я кажу про неозброєних, а ті, які просто працюють. Але 40 тисяч озброєних. По-перше. По-друге, коли там вводити конфедерацію, або на правах федерації, або на особливий статус Донбасу, то перше, що скаже Львівська, Івано-Франківська, Закарпатська область, шановне Києве, ви знаєте, ми краще підемо до Польщі і продамо землю полякам. Але це конкретно 111 стаття і від 8 до 15 років. Та ви знаєте, в чому діло. Так, і 110. Я так зрозумів, що після 1 січня, коли будуть трагічно підвищені ціни, вони будуть підвищені, ми все це розуміємо, то нас чекає дуже бурхлива весна. І єдине, що вона народить і нових лідерів, і народить нові форми трагічного протесту. Революція ще не починалась. Революція должна змінити соціальне устройство общества. Велика французька буржуазна революція, понимаете, сміла аристократію, привела к власті середній клас і нарождающийся пролетаріат, і сільський. Ну і так далі. Вона змінила. А у нас це була революція нравственна. Збросили одного роду, поставили второго. І в чому тоді революція? А? І в чому тоді революція? Ви розумієте, в чому діло? Революція ж не... Плоди французької революції пожинали на протяженні 100 років. Тобто це була епоха кровавих переворотів, кровавих воєн, наполеоністика так... і так далі. Це ціла революція повинна бути. Тобто ви вважаєте, це перша що у нас вона ще не почалася? У нас вона ще не почалася. Ще не працювала гільйотина. Еще не было нравственного физического очищения общества. Без этого ничего не будет. Мы даже не в состоянии посадки весной обеспечить. О чем вы говорите? Вот. Поэтому если не были покараны за злодеяния против народа предыдущие лидеры, то и новые лидеры будут воровать, полагая, что вы посмотрите, например, старых. Они живут, более того... Они настолько психологически уверены в своей непогрешимости, что они своим детям обеспечили места в новых, так сказать, структурах и учат их воровать, как воровали их родители. Смотрите на нас. Вдумайтесь только, самая богатая невеста Украины – это дочка нашего премьер-министра бывшего. Гройсмана, я не шучу. Вчерашняя информация, 19-летняя дякую, девочка. Дякую. У нас есть телефонный звонок у студии. Витаем у вас, вы в эфире. Добрый вечер, Пинская Русь, и кто в студии? Добрый вечер. Звонит вам пенсионер, 62 года, с города Краснодона. Я уже раза три, наверное, звонил. Меня поражает, что на многих каналах за пропаганду российскую, мол, одни смотрят одно российское телевидение, вот, у них нет украинских каналов, что не знают, что спутниковое телевидение есть. Вот, что мы смотрим? Вот я, например, смотрю и все каналы, и ваш тоже. И вот что самое обидное, что нас называют на многих каналах террористами. Это те, которые вышли в 2014 году на защиту украинской конституции. Вот. И целый год... Сформулируйте, будь ласка, свое питание. Час эфира дуже так короткий. Ну, я свою реплику просто скажу. Так, дякую. И целый год отдавали пленных матерям, звонили матерям напрямую, а мы террористы оказались. Вот это дякую. Плохо, что украинский репорт не понимаете. Як ви прокоментуєте, знаєте, нашу, меня, спіч нашого телеглядача? Да, от как бы связано было, по-моему, с мостом в станице Луганской, тогда же, когда его в 15-м году, по-моему, году взрывали, то даже Илья Кива комментировал, тогда он еще в структуре МВД работал, что это украинские патриоты и правоохранительные органы, ну, войска взорвали. И вот украинские войска взорвали тогда мост, и тогда же вышла новость о том, что там вот террористы, ну, террористы живут по ту сторону линии разграничения, то ли ЛНР, то ли ДНР мост построили. Ну вот, получается, освободители мосты взрывают, а террористы мосты строят. У нас просто перевернутая мораль, что я могу сказать. И некие знаки символы... Я думаю, это все-таки штампы пропаганды, ну, некие символы, да, внушили вот эти штампы пропаганды, действительно, потому что ну, террористический акт, он должен иметь определенные составляющие, главное из которых запугивание. Мы действительно не видели никаких актов, которые были направлены на запугивание населению, например, Киева, там, Николаева, Львова, Івано-Франковська, Ушкарада.
Дякую. А як ви вважаєте, все ж таки, якщо ми беремо там суддів, прокурорів, чиновників, співробітників поліції, які там зараз працюють на підконтрольних територіях, тобто там міліція. Так, куди ці всі люди повинні піти чи не піти, чи яким чином до них буде ставитися українське законодавство? Вони ж повинні будуть якісь конкурси, мабуть, пройти. Тобто це питання врегульовано, чи, чи це потрібно якось окремо в Мінських соглашеннях і називається амністія. Да? Тобто амністія, причому як по одну, так і в другу сторону лінії розграничення. Потому что, ну, вспомнить, там масса добровольчих батальонов, там Святая Мария, Днепр, и так далее. Амністія – це ж військовослужбовці. А нет, все. Залишаться вони на посадах чи не залишаться? Тобто, якимось чином ці структури ж повинні, я так, інтегруватися до України? Ці структури будуть інтегрироваться в Україну, так понимаю, путем виборів по українському законодательству і путем того, що вибрані органи формують органи исполнительні свої, там, исполком городського совета, исполком, поэтому там же і прописано моменты, связанные в том числе с правоохранительными органами, с муниципальной полицией, там, милицией. То есть это присутствует тоже, там все есть. Ну а потом, знаете, это все как бы завязано еще на то, каким образом завершается этот конфликт. То есть если он завершается тем, что побеждает одна сторона, например, Киев побеждает, то может завершиться, как в тех же Соединенных Штатах Америки, когда закончилась гражданская война, когда юг практически полностью был поражен в правах на десятилетия даже. Вот просто южане не имели права ни голосовать, ничего. Ну, Германия во Второй мировой. Да. Германию так долго не гнобили, как свои собственные южные штаты. Да. А если договариваться, ну тогда как договорятся на самом деле? Ребята, вспомните, времени нет, вспомните историю, не надо нам американцы проклятые, капиталисты, вспомните историю Кромвеля, историю буржуазной революции французской. Кстати, термин «враги народа» – это робеспьеровский термин. Грубо говоря, я не верю ни в какие договоренности, я верю в Кромвеля, но Кромвель пролил столько английской крови, що ніякі французькі завоювателі в час Столітньої війни стільки крові не проливали. Но прийде диктатор. І дуже скоро. Дякую. Я дякую нашим гостям за розмову. Нагадую, зі мною були цієї години були у студії професор, медіаексперт Микита Василенко та доктор історичних наук, політолог Олександр Семченко. У наступній годині важливі теми цього дня обговоримо із політичним експертом Олександром Савченком та Денисом Бондарем.